Здравствуйте, дорогие друзья и случайные зрители моего канала. Давненько я не делал никаких обзоров, просто как-то не было повода, но вот он появился. А началось с того, что я ремонтировал крыльцо. Старые уже прогнившие доски удалил, а новые населил. Для этого мне понадобился шуруповерт. Такой в моем хозяйстве и есть, но он оказался слабосильным. Перед саморезами длиной в 90 мм и толщиной доски 50 мм. Заряда батареи на этом шурике хватало ровно на 3 самореза. Аккумулятор там на 12 вольт, и поэтому приходилось применять немалые усилия. Думаю, так не пойдет. Я приобрел шуруповерт «Вихрь» с аккумуляторами на 18 вольт, более мощный. И это в работе сразу почувствовалось. Но давайте его распакуем и рассмотрим подробнее. Как видите, шуруповерт поставляется в кейсе, и это уже плюс. Кейс обернут в упаковочную пленку. На ручке кейса находится транспортировочный предохранитель. Упаковочная картонка довольно туго надета на сам кейс и несет на себе маркетинговые надписи и краткие характеристики. Процесс удалить ее несколько варварским способом, просто разрезал. Замки не сказал бы, что очень плотно фиксируют крышку кейса. Но их усилий вполне достаточно для надежного закрытия. Встречает нас паспорт изделия со всеми подробными характеристиками. Шуруповерт упакован в полиэтилен. Кстати, к нему уже подключен аккумулятор, и это хорошо. Потому что не все шуруповерты других брендов могут этим похвастаться. Просто если подключишь батарею, крышка кейса не закроется. Но тут все продумано. Шуруповерт ярко-оранжевого цвета, имеющий прорезиновые вставки. С правой стороны прикреплен металлический шильдик. Сверху находится переключатель скоростей. На первой скорости оборот составляет 400, а на второй 1400 оборотов в минуту. Усилие данного изделия составляет 45 ньютон на метр. Это приличный результат для бытового шуруповерта. Патрон имеет 16 позиций уровня затягивания. Плюс режим сверления. Кстати, производитель дает такие характеристики по сверлению. 30 мм дерева и 12 мм металл. Шуруповерт имеет довольно большой фонарь подсветки места работы. Шуруповерт комплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами на 18 вольт. Отверстие для зарядки находится сверху батареи. На шуруповерте батарея фиксируется специальной клавишей. Ну и зарядное устройство, его характеристики вы можете посмотреть, поставив видео на паузу. Шуруповерт достойный, отзывы по этому бренду позитивные, для бытовых нужд самое то. Его актуальные цены можете посмотреть в описании видео, пройдя по ссылке. А на этом у меня все. Спасибо огромное за ваше внимание, мира вам и будьте счастливы, ваш Андрей Бабайко. Всем пока-пока.